Мы сегодня получили цифры по заработной плате. Заработная плата растет. И цифра по июлю 1128 рублей. Средняя зарплата нарастающим итогом уже 1055. Это несколько выше тех параметров, которые планировало правительство. И, соответственно, это на нас налагает дополнительное обязательство по поиску средств для того, чтобы зарплата бюджетников, пенсии держались на установленных вами уровнях 80% и 40% к средней заработной плате. Сергей Николаевич, ну мы договаривались вот низкооплачиваемых как-то поднимать. Да. Социальную сферу, образование, там, здравоохранение, нянечки, работники низкого звена. Они же люди, надо их поддерживать как-то. Да, Александр Георгиевич, сегодня основной упор деятельности правительства как раз идет на том, чтобы низкооплачиваемые категории получали достойную заработную плату.